Секунда раздумий, и горилла, родившаяся во Франции, устремляется на свободу. Эта самка одна из двух отпущенных в дикую природу в Габоне. 12-летняя Майомба и 9-летняя Куимба проделали долгий путь от зоопарка Баваль в центральной Франции до габонского национального парка Плато Батеке. Подготовка к переселению в заповедник длилась 2 года. Проект поддержал президент Габона. Главная смотрительница горилл сопровождает своих подопечных до самого заповедника. Животные пока будут жить на острове. Здесь они в полной безопасности и смогут постепенно привыкнуть к новой среде обитания. Позже британская благотворительная организация Espinal Foundation построит мост, который соединит остров с большим заповедником. Тогда две самочки смогут встретиться с другими гориллами, которых ранее тоже поселили в национальном парке. Thank you.